Строительство трех корпусов 9, 10 и 13 в Звенигородском микрорайоне «Восточный» началось еще в 2015 году, но ввести в эксплуатацию удалось лишь 8 лет спустя. В декабре мы начинаем уже выдавать ключи всем дольщикам, и заселиться они в свое жилье смогут в ближайшее время, как пройдут ремонты, это больше 1000 семей. До 2023 года в Одинцовском округе были обеспечены права дольщиков 19 жилых комплексов. В едином реестре проблемных объектов остается еще 10. Один из них – ЖК «Центральный» в Звенигороде. Это у нас ЖК «Центральный» город Звенигород. Первоначально должен был быть введен в эксплуатацию в 2017 году. Для обеспечения подключения домов к электроснабжению был привлечен частный инвестор. В настоящее время проложено 5 километров кабельных линий, установлена трансформаторная подстанция. Ожидается получение разрешения на эксплуатацию сетей от Ростехнадзора. В конце ноября получено заключение о соответствии. До середины месяца ЖК будет введен в эксплуатацию, а дольщики наконец-то получат долгожданные ключи от квартир. Скоро должны отметить новоселье дольщики еще одного центрального – Одинцова. Здесь строительство завершается за счет средств инвесторов. Достроить этот объект мы также должны ввести в эксплуатацию в 2023 году. Еще по 5 объектам, включенным в единый реестр проблемных объектов, права дольщиков будут обеспечены до конца года в 2023 году. Участники долевого строительства еще 5 проблемных объектов до конца года получат денежную компенсацию. И тогда можно будет констатировать, проблема с обманутыми дольщиками в Одинцовском округе полностью решена. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».